В субботу глава Уварова Владислав Денисов провел объезд города. Первым пунктом стал ход работ по устранению аварии, которая произошла на теплотрассе во втором микрорайоне. Устраняя порыв, бригады ТСК работали до поздней ночи, заменив 70 метров труб. Однако утром на соседнем участке была обнаружена еще одна течь. «Держим ситуацию на контроле», – прокомментировал глава города. Эта проблема очень важна, так как жители отключены от теплоносителя. Во-вторых, мы контролируем ход работ и скорость ее, поэтому сейчас данное поручение максимально активизировать работы, мобилизовать все возможные ресурсы у ресурсно-снабжающей организации. Как отметили представители ТСК, в рамках подготовки к отопительному сезону проводились гидравлические испытания, в результате которых было выявлено 9 аварийных участков. Они были заменены. Подготовка к отопительному сезону, конечно же, была. Это сентябрь месяц, была опрессовка повышенным давлением. На этом участке никаких дефектов не было выявлено. Особой темой обсуждения сторон стало восстановление поврежденного покрытия. В ходе субботнего объезда состоялась встреча главы Уварова Владислава Денисова с жителями дома 58В по улице Южная. Здесь решаются многолетние проблемы, связанные с недостроенной половиной многоэтажки. Территория двора была долгое время захламлена строительными материалами и мусором. Все это было в зарослях кустарника. В этом году проделали большую работу с привлечением различных городских служб, и двор практически расчищен. На сегодня мы с жителями уже договариваемся о дальнейшем благоустройстве, об участии в программе 50 на 50, о участии в программе на народный бюджет, для того, чтобы была возможность установки детских площадок, установки и ремонта асфальтового покрытия для стоянки машин. На собрании собственников и управляющей компании все вопросы будут вынесены на обсуждение. Кроме того, проблема недостроенной половины дома будет подниматься перед собственником. Следующим пунктом посещения Владислава Денисова стал переулок Интернациональный. Здесь недавно была заасфальтирована дорога. Переулок был включен в перечень работ на этот год дополнительно, что стало возможным в результате экономии при проведении торгов. Глава Уварова отметил, что в 2020 году восстановление проезжей части продолжится. Уже даны указания специалистам о подготовке перечень улиц, где будет проходить ремонт асфальтового покрытия, а где будет проходить щебенение. Более того, в этом году мы хотим вынести этот перечень на обсуждение уже общественников, на обсуждение депутатов, для того, чтобы правильно расставить приоритеты, понимая, что всех средств, которых будут выделены в рамках 2020 года, не хватит на решение тех проблем, которые существуют в городе. Стоит напомнить, что в этом году на ремонт дорог городу было выделено из области порядка 25 миллионов рублей. Заасфальтированы улицы Гагарина, переулки Шоссейный, Октябрьский, Больничный. Защебенено 9 улиц и переулков. Ирина Мерзлякова, Елена Чирыкова, Виктор Викторов, «Наш город».